Серьезная авария произошла сегодня под Старой Руссой, но с погодными условиями ДТП не связано. Причиной смертельного столкновения легковой и грузовой машин стал человеческий фактор. По невыясненным пока обстоятельствам водитель легкового «Пежо» выехал на встречную полосу. В это время навстречу ему двигался грузовик «Хино». Лобовое столкновение было такой силой, что иномарку смяло, как лист бумаги. Шансов на спасение у водителя практически не было. В результате ДТП водитель «Пежо» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Все обстоятельства ЧП устанавливаются на месте аварии, работала следственная группа. Водитель грузовика в этой аварии не пострадал.